Знаете, какая машина самая страшная и опасная? Самая опасная машина – это та, которая стоит! Бараш, ты издеваешься? Если машина никуда не едет, это вообще не машина почти! А я говорю, опасная! Вот смотрите! Ну и что? Обычный автобус. А ты попробуй его обойти. Подумаешь, да это любой сделает. Ёжик, давай. А он и правда совсем не страшный. Вот видите, видите, а я что говорил? Да, ежик, не делай вид, что тебя не предупреждали. Напомним, что ни в коем случае нельзя обходить неподвижную машину спереди. Ведь вы можете просто не заметить проезжающие за ней машины. А лучше всего обойти ее сзади, причем на приличном расстоянии. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.